Ежегодно в Ленинском районе проводятся конкурсы по благоустройству территории муниципалитета. По результатам прошлого года победителями стали совхоз имени Ленина и поселок Развилка. Сегодня мы хотим вам рассказать о придомовой территории по адресу город Видное, школьная 82. Внимание на экран. Привлекательности придомовой территории дома номер 82 по Школьной улице, где установлена детская площадка, добавляет вид на Тарычевский пруд, который очень дорог видновчанам. Правда, берега его не ухожены. Я очень надеюсь, что наши инвесторы, компания «Мединвест», которая сегодня занимается активным строительством на Тарычевском поле, выполнит свои обязательства, проведет работы на этой территории по благоустройству этого пруда с организацией пешеходных дорожек. То есть в рамках тех обязательств, которые они брали на себя, то, что было предусмотрено программой застройки этой территории. И это планы на будущее. А пока жители этого дома, родители и дети, наслаждаются отдыхом на большой детской площадке, которая была установлена в 2013 году. Очень хорошая площадка, замечательная. Очень нравится. Вот для маленьких детишек просто прелесть. И маленькие горочки, и качели замечательные. Все очень яркое. В общем, нам нравится. Спасибо большое. Играем на качель, катаемся. На машинке играем просто, на песочке. Андрей Шустов живет в соседнем доме, но приходит сюда потренироваться. Я подтягиваюсь, как бы еще набираюсь сил для физкультуры, чтобы быть подготовленным. В рамках работы комиссии по благоустройству в районе ежегодно проводятся конкурсы. И эта детская площадка городского поселения «Видное» стала победителем в номинации «Лучший квартал. Двор 2014». Должен сказать, что мы и район, и поселение активно участвуют в областных конкурсах. По результатам прошлого года лучшей детской игровой площадкой стала площадка «Городок детства» в поселке Развилка. И придомовая территория в номинации «Двор, квартал» лучшего содержания, территория в поселке совхоз имени Ленина. Тоже заняло первое место. Вот такие у нас результаты. Администрация городского поселения «Видное», выбирая проект этой площадки, предусмотрела все. Но у жителей есть свои замечания. Но минусы, на мой взгляд, серьезные. Это, конечно, покрытие той части площадки. Оно, наверное, не до конца доделано что-то. Видимо, нет настила прорезиненного, который должен, во-первых, от ушибов детей, чтобы они предохранять. И плюс ко всему, вот эта пыль вперемешку с галькой, которая сейчас там летом, у нас дети кашляли, аллергические реакции были. Вот это минус, и, конечно, огромный минус. Мы очень боимся за детей, они у нас выбегают. Вот в эти проходы, и машины их не видят. Нету лежачих полицейских. Эти предложения жителей заслуживают внимания, и хотелось бы, чтобы администрация городского поселения «Видное» прислушалась бы к ним. Людмила Медведева и я, Даме, Елена Кошлева, «Видное ТВ».